плане переосмысления известных и многократно использованных в живописи мифологических сюжетов интересна картина Рембрандта «Андромеда», ныне находящаяся в Гаагском музее Мюрицхойс. Миф об Андромеде восходит к глубокой древности. Его эпизоды запечатлены на дошедших до нас античных вазах и фресках. На Эфиопию напало чудовище, морской дракон, пожирающий людей. Жертву ему была отдана дочь эфиопского царя Кефея, красавица Андромеда. Ее приковали к скале, но ее спас герой Персей, до этого поразивший страшную медузу Горгону, у которой вместо волос на голове росли змеи. Взгляду Горгоны была присуща магическая сила превращать все живое в камень. Из крови убитой Персея медузы произошел крылатый конь Пегас. Персей оседлал Пегаса, вооружился отрубленной им головой Горгоны, убил морское чудовище и женился на Андромеде. Большинство живописцев, обратившихся к этому мифу, останавливали свое внимание на эпизоде освобождения Андромеды Персея. Именно так представлен сюжет мифа и в картине великого фламандского художника Питера Пауля Рубенса, старшего современника Рембрандта. Эта картина создана за 10 лет до Рембрандтовской и ныне находится в России, в Эрмитаже. Рубенс избирает момент, когда подвиг уже совершен. Персей, прилетевший на крылатом коне, освобождает прикованную к скале красавицу-царевну. Щеки освобожденной царевны покрыты ярким румянцем здоровья и стыда. Персей, останавливаясь, отводит ее руку, и Рубенс навеки запечатлевает это первое прикосновение влюбленных. Излучающее нежный свет девичье тело четко контрастирует с холодным серебром лад и ярко-красным цветом взлетающего плаща Персея. Все способствует впечатлению полного счастья. Совершенно иной момент выбирает Рембрандт. Его картина имеет вертикальный формат. В ее центре, обнаженная по пояс Андромеда, одинокая и испуганная, Рембрандт пытается уловить возвышающую поэзию самой повседневности, найти человеческую красоту в образе некрасивой, беззащитной женщины. Он хочет подчеркнуть достоинство человека страданий. Высоко поднятые руки Андромеды прикованы к скале, склонившееся в безнадежности тело беспомощно свистает над разверзающейся под ногами зрителя пропастью. С безысходной тоской во взгляде, слегка отвернув голову, замученная Андромеда смотрит вправо от зрителя. Рембрандт раскрывает психологическое состояние безвинно обреченной на тяжелые испытания женщины. Она не ведает о своем грядущем избавлении.